Мадитова. Вот наш самолет. Летим в Хургаду. Собственно, территория сфинкса. Два корпуса. Слева номер 3. В нем я живу на 4-м этаже. Бассейн и кругом название отеля «Сфинкс». Комфортабельные номера. А это пляжный ресторан, в котором после завтрака практически можно весь день питаться. Мороженое, напитки всевозможные. А в обеденное время здесь обеденное меню. Там крытая зона. Даже интересно, сетка спасает от ворон и воробьев. Спускаемся на уровень пляжа. На территории отеля «Сфинкс». Аллея ведет к морю с пальмами. Это вот пляжный ресторан, который я уже показывала. На пляже есть небольшой пирс для причала, лодок, кораблей. Вот такая акватория, небольшой залив. Вот напротив, вот там, на том мысу, отель Сани дель Паласио. Он с куполами виднеется. Вход в море по большим ступеням, по лестницам и даже там, где мелководье, по песку. Очень удобно. Египетский завтрак в отеле «Кинг Тут» и «Сфинкс». Они же в одном ресторане. Завтракают, обедают и ужинают. Вот такой зал, стеклянные двери, вид территорию. Дыня, египетская дыня, грейпфрут. Капустная запеканка, фалафель с баклажанами и курица. Египетский завтрак. Сыр и, конечно же, омлет. Салат.
В этом ресторане прекрасная выпечка, просто прекрасная. Ракушка из красного моря, раковина. Гибискус. Куст мяты. Десерт египетский, музыкальная символика, шоколад и бисквит, фруктовое суфле. Аквариум. Хургада Сити. Большой супермаркет. Вот такой вот бассейн. Ой, какие рыбы. Экзотические рыбы. Из Красного моря. В бассейне. В этом аквариуме сделан целый грот с кораллами.